Бойцы спецназа обнаружили лагерь условных террористов в Саратовской области. Задача отряда – передать координаты артиллеристам и уничтожить его. На телеканале «Звезда» военные новости. Итак, несколько командных пунктов, склады с припасами и оружием оперативно ликвидированы из тяжелого вооружения. После обстрела часть боевиков успела уйти и организовать засаду на спецназ. На одном из участков дороги террористы пытаются неожиданно атаковать колонну, но получают жесткий отпор. Учения проходят в рамках многодневного марш-броска бойцов Центрального военного округа. В течение всего полевого выхода спецназовцев ожидают внезапные налеты и диверсии. Всего в маневрах принимает участие более 400 военнослужащих.